салата оливье нам понадобится отварной картофель, отварные яйца, морковка, укроп, зеленый лук, а также свежий огурчик для пикантного вкуса и вкуса свежести в салате и соленый огурчик. Дальше нам понадобится майонез и зеленый горошек. А также для этого блюда нам понадобится отварная курица. После этого нарезаем все наши отварные овощи кубиками. И так нарезаем каждый овощ. Нарезаем свежие и соленые огурчики. Нарезаем яички. Также мелко нарезаем курицу. Нарезаем зеленый лук. Нарезаем также укроп. Посолили салат, а теперь поперчим. Ну уже кто как любит. Тщательно все перемешаем. Добавили зеленый горошек и опять снова все помешаем. Добавляем майонез. После того, как добавили майонез, опять все тщательно перемешиваем. Когда салат будет готов, обязательно надо положить его в холодильник, чтобы он пропитался и постоял. Такой салат у нас получился.
Он поставил в холодильнике, настоялся. Такая вкуснятина. Вот, буквально 10 минут, даже 5 минут на машине, и мы около моря. Сейчас уже вечер, солнце скоро будет садиться потихоньку. Немножко ветер дует, а так погода хорошая. Вон там чайки летают, рыбу ловят.